Соединит Алтай и Кузбасс через тайгу в Залесовском районе. Работы ведутся на федеральной трассе. В этом году на дороге произведут капитальный ремонт. Сейчас на объекте трудятся 9 человек и 5 единиц техники. За год дорожники должны восстановить 18 километров пути. 3,5 из них реконструируют уже до конца 2016-го. Дорожное покрытие сделают двухслойным из мелкозернистого асфальтобетона. Такая конструкция полотна считается традиционной и проверена временем на прочность. Гарантия подрядчика 4 года. Параллельно будут выполняться работы по замене, по демонтажу, замене, установке вновь металлического барьерного ограждения порядка 5 километров. Также будет меняться обстановка, то есть знаки, будут меняться на новые сигнальные столбики, наноситься разметка. Ну, срок окончания работ в этом году по погоде, но это будет где-нибудь начало октября. Мы закончим объем этого года.